Всем привет! Любите ли вы есть мел? Это может прозвучать странно, но я просто обожаю есть мел. Эта любовь к мелу появилась недавно. Сначала я просто ел глину из печки. Скажем, глина была вкусная, но не полезная. Да ведь напротив, глина ухудшает пищеварение. Мне не надо есть глину, это вредно. Но когда у меня не было доступа к глине, я подумал, как же хочется глину. Но я не могу ее сейчас достать. Значит, Максим, ты что, не работаешь? Ты что, хочешь умереть? В общем, я думал съесть мел. Это было приятное время. Ведь все, что связано с мелом, было для меня в новинку. Поэтому я просто брал мел, пока не видит учитель, и съедал его. В итоге мои друзья узнали, что я люблю мел. И подкупали меня им. Макс, чё? Нарисуешь мне почкование растений? Сколько дашь? Полмела. По рукам. Что? Какой на вкус мел? Ну, наверное, он похож на химозную землю. Ну, это уже потом я додумался молоть мел и смешивать его с другими веществами. Но в самый кайф есть мел вот так. Берете кусок мела, разламываете его на мелкие частицы и выкладываете полоской. Потом делаете вдох-выдох и всасываете мел. Эх, как же это похоже на кое-что другое. Кстати, вы знали, что мел действует как бустер? В том смысле, что он придает силу при нагрузках. Например, однажды мы убежали с классом весь урок. Вначале все бегали бодренько, но уже через минут 20 все почти шли пешком. Но я же ел мел и бежал без устали. Но есть один минус. Почти весь день будет болеть живот. И это я сейчас говорю не только при беге, но и при обычном употреблении мел. Также бывают и случаи, когда начинается ломка. Когда ты довольно-таки большое время не ешь мел, тебя начинает крючить. И с этим ничего нельзя поделать, кроме как дать организму за то, что он просит. Мел — это своего рода наркотик. Съешь один раз, захочешь еще. Ну что ж, а с вами был Энри. Подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик. Всем удачи и пока!